Всем привет! Сегодня у нас будут покупочки из магазина Fix Price. В общем, пошла я туда, давно не ходила. И меня очень обрадовали новиночки, и то, что я хотела, появилось. Ну, в общем, давайте ближе к покупкам. Купила я вот такую вот термо-салфетка. Вот такая вот, летняя. В общем, купила я ее вообще коту. В общем, чтобы ставить мисочки его, то он у нас почему-то с миски не ест, а всегда все на пол. И вот хотела ее, в общем, ему положить. Вот такая вот. А здесь у нас получается... Сейчас вам покажу. Вверх ногами. Состав ПВХ. Изготовитель Санкт-Петербург, срок годности не ограничен. В общем, вот такая вот. И эта салфеточка у нас стоила 25 рублей всего лишь. Также, в общем, посмотрела тоже много девчонок, видео смотрела. И увидела, в общем, вот такие вот светильники. Здесь у нас идет светильник-ночник. Светодиодный. Я их там проверила, потому что очень много были открытые, всякие там разные. Вот такая вот звездочка симпатичная. В общем, были звездочки, были типа как шары белые, как типа из снега. А потом голубые были шары и были вот сердечки и звездочки. В общем, вот так-то светится. Как бы хорошо светится, не там, не ярко, не слепит прям глаза, ну, не надоедает, в общем, плавно вот так-то меняет свой цвет. В общем, на батарейках она, здесь был защитный язычок, я достала. Сейчас покажу батарейки. Вот такие вот батареечки идут. Ну, в общем, украсить дом, порадовать себя новогодним настроением. Ну, в общем, пойдут. Вот такая вот звездочка и сердечко. Вот такое вот сердечко тоже. В общем, я сперва думаю, как его тут ставить. А оно, в общем, как бы срезано здесь. Ну, вот так тоже светится. Очень красиво, мне понравилось. Тоже также защитный язычок тут был, я убрала. Ну, в общем, красота вот такая. И вот эти вот ночнички стоили 51 рубль. Также в Фикспрайсе у нас появились вот такие ароматический набор. Масло 45 миллилитров и 5 палочек. Взяла я ваниль. Ваниль вообще стояла в самом конце. И я разгребла. Там стояла сирень, роза. И, по-моему, еще пион стоял. Да, пион стоял. И, в общем, в самом конце стояла вот эта ваниль. Так, в общем, он тут заклеен. Сейчас я отклею. И покажу вам, как это все выглядит. Так, ну, в общем, достаю палочки. Здесь у нас идет 5 палочек, такие вот. Тонковатые. И идет сам флакончик. Вот такой вот флакончик красивенький. И здесь такая вот... Ага, она, в общем, у нас закрыта. Сейчас открою ее. Ну, так-то ничего, прям все запаковано. Все прям на совесть. Фикспрайс прям радует.
пахнет. В общем, вот такая вот крышечка. Плотная. Ну, пахнет ничего так. Ну, я как бы в данный момент не хочу ставить. Там уже ближе к праздникам поставлю. Вот такой вот наборчик. Будет радовать нас. Так, этот наборчик у нас стоил 51 рубль. Также мне для кухни понадобился вот такие вот скребочки. Я их уже брала как-то давным-давно, летом, наверное. Здесь у нас 3 штуки идет. Это Bon Home. В общем, всегда пригождаются. Они стоили у нас тоже 51 рубль. И в фикс-прайсе у нас появились вот такие вот тоже, это у нас ароматизатор он идет, новогодняя сказка, ароматизатор для дома, какой-то Гринфилд, в общем, такой Дед Морозик и пингвин. Там, в общем, с апельсином было, с клубникой, и вот я взяла, это у нас... Это у нас, в общем, имбирный пряник. Ну да. В общем, такой вот. И стоил он 25 рублей. Но через упаковку ничем не пахнет. Так что не скажу, как он. Так, 25 рублей. И, в общем... Взяла своей племяннице. В фикс-прайсе у нас появились вот такие вот штаны по 99 рублей. Но они, по-моему, идут как пижама, что ли. Но я взяла просто вот штанишки. Такие вот здесь резиночка. Такая вот. В общем, такие вот они. Длинненькие. Состав у нас здесь хлопок идет. Брюки пижамные, да. Тут вот. Так, производство август у нас. Размер 116 на 122. В общем, вот такие взяла красненькие. И взяла вот такие вот голубенькие тоже. Там еще серенькие были, но серенькие были все маленького размера. Ну, такие приятные, знаете, и как бы ни нитки, ничего не торчат. Мне они понравились. Не знаю, как стирки будут, постираешь их, как они не сядут. Ну, в общем, взяла вот такие вот штанцы. Так, что у нас дальше? Также купила ей вот такую вот большую раскраску. Так, ну это из Диснея у нас. Вот такая вот. Ну, все, наверное, видели, все, наверное, знают. Такая вот раскраска. И всего лишь она стоила 51 рубль. Вот такая вот. Также что я взяла первый раз? Взяла вот такой вот. Это у нас пятновыводитель, да, кислородный. С активным кислородом для цветного белья. Вот он здесь у нас 600 грамм. Вот такой вот он тяжелый. И взяла вот... Для белого никогда не брала. Взяла попробовать. Девчонки хвалят. И хочу вам сказать, когда будете первый раз открывать, вот эти баночки открывайте над чем-нибудь. Потому что я начала крутить крышку и слышу, что там хрустят вот эти вот гранулы. Даже, наверное, сейчас слышно, как они хрустят. В общем, это у нас для цветного выглядит вот так. Здесь ложечка мерная, белая и с розовенькими гранулами. Ничем не пахнет. Открывала для белого, но он... Сейчас открою. Он просто у нас идет беленький такой. И тоже там ложечка мерная. В общем, взяла, попробую. Посмотрим, как он будет. И стоил всего лишь 55 рублей. Я считаю, что это очень выгодная цена. Также взяла вот такое вот мыло. Ничего у нас такого не было хорошего.
из выбора мыла взяла вот такое вот. Это у нас... Так, сейчас прочитаю. Биофлора, жидкое мыло, малиновый сорбет. Здесь 750 миллилитров. Вот такое вот. Бутылка, я считаю, очень даже выгодная. 51 рубль. Надолго хватит. Ну, я сейчас пользуюсь еще детское мыло. Надо закончить его. И вот это взяла про запас, чтобы было. Так, что еще взяла? Еще взяла я зубную пасту. Сплат 99 рублей. Защита от кариеса. Сохранение свежего дыхания. Вот такая вот. Угу, здесь у нас защитная фольга. Ну, белая. Ну, пахнет такой мятой какой-то сильной, пахнет резко. Так, еще я взяла крем для рук. Закончился у меня бархатные ручки. Тоже взяла бархатные ручки. Вот такое нежность Тиаре, наверное. Я уже сегодня им пользовалась. Мне понравился. Восточная нежность. А здесь у нас 80 миллилитров его. В общем, ничего. Такой аромат. Белый он идет. Пахнет таким, знаете, не резким, такой какой-то нежный, нежный запах. В общем, такой вот кремушек. Так, он стоил у нас 55 рублей. И также взяла я племяннице на подарок вот такого вот бегемотика. Мне показался он очень симпатичный. Такой весь мягенький, такой хорошенький. Она сейчас... очень смотрит много мультиков с бегемотиками. Ей нравятся они, она от них пищит. Так что бегемотик этот стоил у нас 99 рублей. Такой вот прикольный, мягенький. Там были, в общем, игрушки собачки, олени с рогами такими. Ну, в общем, бегемотика я что-то захотела ей. Пусть будет бегемотик. Вот такой вот. Также у нас в Экспрессе появились вот такие вот сыворотки. Это у нас Energy, так, Beauty. Сыворотка для лица с гиалуроновой кислотой. 5 ампул по 2,5 миллилитра. Глубокое увлажнение. Так, они тоже тут закрытые. В общем, там всякие разные были. Взяла я эту на пробу. Вот так они выглядят. В общем, не знаю. Но смотрела девчонок, вроде бы хвалили, что хорошее. И как бы по цене, что она стоит 55 рублей. Вот это вот сыворотка. И также взяла тоже своей племяннице вот такие вот дуделки. Она тоже смотрит мультики. Тоже там «Я хочу». В общем, взяла вот такие вот. Были, в общем, набор из 4 штук. Они стоили 55 рублей. А здесь, ну, как бы 6 штучек. И они тут разноцветные. А там были просто желтые. И, в общем, думаю, полазила там. Увидела, думаю, вот эти будут повыгоднее. И взяла вот эти вот. Потому что там сейчас у нас отдел, где там для Нового года все там все перерыто. Ничего не найдешь. В общем, взяла вот такие вот. 55 рублей. И уже на кассе я взяла такие вот, это у нас бенгальские огни. В общем, спросила я у консультанта. Там были, в общем, два, по-моему, выбора. Зеленые, вот эти, по-моему. Он говорит, вот возьмите вот эти хорошие, якобы, вроде. Ну, не знаю. Это уже будет видно на Новый год. В общем, ребят, были у меня вот такие вот покупки. Кому понравилось мое видео, ставьте пальчик вверх, и будет больше видео. Всем пока!